Новогодние спектакли Новогудской дитячей школы мастерства у Гомельского района – это завсюды яскравое видовищное шоу. У репертуары самодейных артистов такие святочные постановки, как «Маша и Медведи», «Снежная королева», «Пригоды князя Гвидона», «По щубачинам загаде», «По новогодним жаданиям». Зараз они працуют над новым мюзиклом «Виртуальный Новый год». Это цікавая история про гумористичные пригоды головных компьютерных элементов у пошуках задирливого вируса Трояна. Как и звичайно, у спектакле принимают удел и наставники, и учни. Играла разбойницу в сказке «Снежная королева», я играла белку в сказке про царя Гвидона, и сейчас я компьютерный вирус в сказке «Виртуальный Новый год». Сказки у нас очень веселые, и мы стараемся заводить зал, люди очень, им нравится, они радуются. Работа над новогодними спектаклями у педагогу и выхованцев школы мастерства у Новой Гуты звычайно начинается еще у вересня. Спочатку распрацовывают сценарий свята, затем начинаются репетиции, пошив костюмов и вытворчесть декорации. Разыночка спектакля у хореографии всю танцевальную частку на себе бере узорный хореографичный коллектив «Карусель». Наша школа уже больше 5 лет занимается новогодними представлениями, именно музыкальными сказками. И дело в том, что наша задача педагогов – сотворить детям чудо. Дети верят в сказку, поэтому мы своими музыкальными такими мероприятиями создаем небольшое чудо. Детям нравится. Те сказки, которые мы ставим, они нравятся и детям, и родителям, и бабушке, и дедушке. Все, кто приходит, остаются очень довольными. Бадай одно из лепших новогодних шоу педагогов и выхованцев Новогудской дитячей школы мастерства – спектакль-мюзикл «По щупачинам загаде, по новогодним жаданиям». Премьера спектакля отбылась еще летось, однако он так сподобался глядачам, что было принято решение выступить зим и сёлета. У минулым годе святочную постановку оценили жыхары разных населенных пунктов Гомельского района. Махчимость отримать незабывные уражения будет и у гомельчан. Представление «По щупачинам загаде, по новогодним жаданиям» отбудется у концертной зале городского центра культуры. Артисты дадут одразу 2 выступления у 14 и 18 годин. Сам спектакль, но еще плюс развлекательная программа с различными костюмами. То есть тоже будут различные сюрпризы. Неожиданно будет появляться откуда-то Дед Мороз, не просто так выходить. Мы будем удивлять, я надеюсь. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».